Добрый день, в эфире Медиаметрикс, программа «Мимонот» с Евгением Додолевым. И сегодня, в порядке исключения, моим партнером по эфиру будет не главный редактор Олег Дружбинский, а мои студенты. Начнет со мной Женя Ходес. А в гостях у нас, как бы сказать, одним словом не получится. Думаю. Я считаю, двумя тоже не получится. Имя, фамилия. Недостаточно. Это солнце нашей рок-эстрады. Ой-ой-ой, это, какая вот чушь. Я бы начну издалека. Вот когда Набоков читал лекции о русской литературе, он гасил свет в аудитории, потом просил включить одну лампочку. Говорил, когда открывал это Чехов, как говорил Толстой. Да, потом вот мы открываем окна, и у нас... Лев Николаевич Толстой, он же Александр Борисович Градский. Здравствуйте, Евгений Ильич. Здравствуйте, Александр Борисович. Здравствуйте, Женя. Евгения, первый вопрос нашему гостю. Хотела бы узнать у вас по поводу театра. Я на Фейсбуке видела, что это самый популярный вопрос от читателей, от слушателей. Что с театром? Театр Градского, работает, да. Ну, Градский холл. Градский холл, да. Работает. А почему отменили концерты 24 и 26? А там визовые проблемы какие-то были. Визовые. То есть они не могут попасть, да, на территорию? То есть там... надо пояснить, что это прибалтийские коллективы. Да, это прибалтийские два коллектива, очень хорошие. Их не очень сильно, может быть, знают в Москве. И поначалу ажиотаж был небольшой. Но мы надеялись, что все-таки придут люди, послушают. Там действительно очень хорошая программа была. Но есть такое понятие, организационные проблемы. Не то, чтобы там кто-то что-то запрещал, нет, этого нет, просто опоздали. То есть политического никакого компонента, да, мы еще не там хватало. Нет? Нет, конечно. Вообще, я, так понимаю, я вообще не знаю, что такое. Что такое политика? Абсолютно. Да. Я знаю, да, но не хочу знать. Почему? Это только сейчас или так всегда было? А ты не знаешь. Ну, я сделаю вид, что не знаю. Нет, не был, не участвовал, не подписывал, не приходил, не уходил, не голосовал открыто. Скрыто голосовал каждый раз, как положено, в ящик кидаешь. Ходил, как Бобик, на выборы, на все. Аж даже с самого детства. Но мне просто казалось всегда, что, если развернуть этот ответ немножко пошире, что если у тебя со временем возникает какой-либо авторитет в твоей профессии, а уж в профессии музыканта этот авторитет может быть действительно вполне приличный, если ты хорошо работаешь, то примешивая себя и свою фамилию к какой-то программе, политической или любой другой, ты таким образом оказываешь влияние на мнение, либо отрицательное, либо положительное. Это некорректно. Вот все. Я считал, что я не имею права использовать хотя бы какой-либо авторитет свой, неважно какого размера, на какую-то чужую идею. Хорошо, вернемся это к музыке. Неправильно. Вернемся к музыке. Я в Фейсбуке, когда объявил о нашей беседе, да, то один из известный вам активист вашего фан-клуба, Олег Петухов, попросил меня спросить вот о чем. Что многие не увидели увидеть маэстро с рок-группой. Может быть, не Градский предпринят когда-нибудь реконструкцию хотя бы разок в Градском холле, чтобы вот мы увидели была рокера. Такая, была такая идея совсем еще недавно. Угу. Но случилось, в общем-то, достаточно трагическое событие для нас. И один барабанщик, который с нами играл всегда, он живет в Америке и очень редко может приезжать. Фамилия есть у него? Фокин Юра. Угу. Да. Бывший барабанщик «Машины времени». Но он у них подрабатывал, скажем так. Да. Вообще был барабанщиком в нашей группе. Он подрабатывал, кстати, и очень неплохо. В вашей какой группе? Не все знают. В «Скоморохах», да. Да. У Стаса Дамина он играл тоже в группе «Цветы». «Цветы». Да. И даже выпустил с ними несколько записей, очень, очень здорово сыграл. Вот. Второй барабанщик, Володя Васильков, ну, основной наш барабанщик, с которым было очень много записано произведений, он ушел из жизни. И у меня была идея собрать самый первый состав. Первый состав это был Саша с Буйнов, Буйновым, да. Да, был Юра Шахназаров и Володя Полоцкий. Но вот буквально недавно Володя Полоцкий тоже ушел из жизни. Получается, для того, чтобы собрать группу, у нас нет барабанщика. Получается, это невозможно. К сожалению. А вы думаете о смерти? Конечно. Прямо сейчас. Смотрю на вас и думаю.
Я же вычисляю, сколько вам осталось, сколько мне. Так. По всем раскладам вам осталось больше. Естественно, я думаю. Ну, Женя, здесь вне конкуренции. Кто-то все знает, идешь себе по улице. Да. Неожиданно. Я хотела бы вернуться к кумирам и к авторитетам, о которых вы говорили. Вы легенда, пример для целого поколения. Ну, а да. Лично, может, а лично для поколений. Вас, поколений, да. А лично для вас, вот у вас был когда-нибудь пример для подражания? Конечно. Хотелось, да, вам? И не один. Для подражания нет. Для подражания нет, а вот для восхищения – да. И это не один человек. Это очень много. Их четверо, это Битлз, да? Да, ну, по крайней мере, Битлз, да. Но дело не только в Битлз, а есть у меня классическое образование. И, естественно, я не мог обойтись без восхищения людьми, которые в вокале, в оперном вокале, в камерном вокале достигли каких-то серьезных высот. Это касается и инструментальной музыки, и композиторского творчества. Это очень много имен, очень много. И каждый из них на меня, наверное, оказывал влияние. Я подражать не подражал, но я просто стремился в какой-то степени соответствовать профессии. Просто. А вы с ними знакомы? С людьми, хотя бы так. Нет, вот с теми людьми, которые были. Я сейчас объясню, какой вопрос. Я понял. Один раз. Да. Всего лишь один раз. Угу. Один раз это я был знаком, это было очень близкое знакомство. Клавдия Ивановна Шульженко, которую я очень любил и люблю, она работала в моем концерте номером в городе Куйбышев. Мы с ней играли 3 дня по 3 сольных концерта моих в Дворце спорта. И она работала у меня номером. Ну, блестяще совершенно работала. Она пела 3 песни. И мы с ней пообщались немножко. А так практически с Ростроповичем я был знаком. Но встречался с ним, но никогда не сотрудничал, ничего не было. Нет, из таких людей я был очень, так сказать, в хороших отношениях. Не в товарищеских, а, ну, скажем так, человеческих, со Шнитке и из сегодняшних музыкантов, я считаю, что совершенно выдающийся музыкант Башмет, с которым мы дружим очень много лет. Угу. Вот, пожалуй, вот то, что я могу назвать. Башмет, кстати, я с ним беседовал, он говорит, что там Ванесса Мэй, допустим, не очень хорошо играет на скрипке. Да, что он знает людей, которые лучше играют на скрипке, знает китаянок, у которых ноги стройнее. Но что все это вместе как бы годно как промотирование кроссовера классической музыки. А вот Мацуев, допустим, мне же говорил, что это профанация, что это безобразие. То есть ваша точка зрения, вы совпадаете с Башмет. Моя точка зрения очень простая. Она, если говорить о Ванессе Мэй, она очень недурно играет на скрипке, она очень мило выглядит. И это проект. Вот я так это называю. Есть слово «проект», и в проекте умение играть на скрипке и умение выглядеть хорошо – и артистизм. Это всего лишь одна из многих составляющих, или несколько из многих составляющих. Вот сделали такой проект, и она поехала на гастроль. Вот, собственно говоря, и все. У нас есть куча примеров, когда человек не очень здорово играет и не очень здорово поет, но, предположим, очень красивый. Там, это женщины, к женщине чаще всего относятся. Из нее делает проект какой-то продюсер. И поскольку в нашей стране вот музыкальная составляющая не всегда главная, Только у нас разве это не общая тенденция в шоу-бизнесе? Нет, в шоу-бизнесе на Западе там все поют и играют хорошо. Так называемые болота, ну, есть такой термин. Средний уровень, высочайший средний уровень. Поэтому они имеют возможность из очень многих высокого среднего уровня музыкантов и певцов выбирать тех, которые, на их взгляд, или интересную музыку делают, или очень артистичны, или способны сделать карьеру. Например, насколько я помню, у меня таких подтверждений себе самому нет, но я знаю, как происходил отбор, например, в 90-х годах на компании CBS, и я разговаривал с человеком, который этим занимался. Он сказал, мы делаем 10 проектов, из которых один должен быть успешным, поэтому совершенно не важно, если 9 провалится. Вот у нас где-то 1 к 10 соотношение.
Мы запускаем эти проекты и смотрим, что дальше получается. Это как с фотографиями. Делаешь 10, а на одной красивая. Ну, это так может быть. Кстати, бывает, да. Бывает, делаешь 200 да. и ни одной. Поэтому, ну, смотря бывает, кого снимаешь. Да, 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 согласна. Да, вот, или кто снимает. Ну, во всяком случае, вот то, что мы сегодня называем проект, ну, я так называю проект, ведь у него очень много составляющих. Если у тебя много заинтересованных лиц, скажем, в средствах массовой информации, знакомых, ты можешь создать проект там на год, на полтора, на два. Дальше совершенно уже не важно, хорошо ты поешь или хорошо сочиняешь. Важно, что ты полтора года, у тебя два года, может быть, есть карьеры. Ты за это время успеваешь как-то, не знаю, себя проявить, может быть, даже заработать. Потом совершенно свободно на это смотрят, как на неудавшийся проект, если через два года он заканчивается. Или на удавшийся, если каждый год человек выпускает новый альбом, все это интересно. Поэтому... Как получается? Ну, у меня есть свои собственные оценки. Я когда-то давал их, сейчас уже не даю. Ну, насколько, насколько, да. насколько вот этого человека хватит, например. Ну, это обычно кухонный разговор. Потом мы проверяем это, и во многих случаях совпадает. Но иногда вы ошибаетесь. Иногда ошибаюсь, но очень редко. Я даже не могу вспомнить, когда. Я могу вспомнить, но не буду, Жень. Скажи, почему нет? Скажи, почему нет? Ну, потому что, ну, в отсутствие третьих лиц лучше это говорить в присутствии, присутствии персонала. Дипломатичным, да. Учусь у вас, Александр Борисович. Довольно странно. Это я тебя научил. Один из основных упреков, кстати, ваш адрес от ваших вот фанатов, что раньше вы были жестким таким в оценках. Да, по-рокерски. А сейчас стали вот более дипломатичным. То есть уже реплик насчет того, что это не вокал, а пердючий пар изо рта, или там пищание. Не пердючий, а пердячий. Пердячий, да. Это, ну, ваша терминология, плохо в ней музыкально разбираюсь. Я могу ответить на этот вопрос. Вопрос очень хороший, кстати, и правильный. И он, кстати сказать, справедливый, в мой адрес. Вот в чем тут дело. Я со временем, с возрастом, скажем так, стал более толерантно, ну, если так можно сказать, относиться к ситуациям, когда человек кормит свою семью, кормит своих детей, кормит свою жену, родителей, то есть зарабатывает для того, чтобы они могли жить. И вот я стал более снисходителен в этом отношении. Вот почему. Если человек больше ничего не умеет делать, как только вот так хреново петь, да, но за это ему платят, и он каким-то образом может содержать свою семью, своих детей, он, на мой взгляд, все-таки делает благое дело хотя бы для себя и для своих близких. И уже нельзя его так ругать, потому что, опять же, то, что я говорил до этого, когда ты что-то говоришь, к этому прислушиваются. И может так получиться, что я помешаю человеку выживать, назовем это так, хотя бы как-то. Это не очень корректно. И вот со временем я перестал называть фамилии. Я могу намеками говорить, многие или почти все понимают, что я имею в виду, но я перестал называть фамилии. Это где-то лет 15, даже больше, может быть, перестал. И мне кажется, я правильно делаю, потому что все-таки, ну, человек умеет только так. Вот он только так умеет и больше никак. Я, конечно, могу сказать, что он поет плохо, там, но не буду хамить. О ваших творческих планах хотелось бы поговорить. Ну, все на театре. Только театр. Все на театре, да, потому что я написал уже очень много всяких альбомов и музыки самой разной. И я вдруг замечаю, что из-за того, что было... Ну, и по моему желанию, по стечению обстоятельств, мало было того, что сейчас считается раскруткой, пиаром. Очень много моих вещей остаются в узком кругу любителей. Вот так. При этом этот узкий круг любителей достаточно широк для того, чтобы покупать компакт-диски. Кстати, и у меня покупают их у одного из очень немногих в стране. Да-да, компакт-дисках на форумах очень многие жалуются, что не могут найти ваши диски. Могут. Особенно, когда говорят о неформате, о вашем посылке. Могут, очень легко. Пускай они не ленятся, это очень легко. Набираешь диск неформат, слово «купить», и выскакивает «Озон». Не надо. Просто ленятся иногда. Но на самом-то деле, ну, в связи с тем, что, как вы наверняка знаете, компакт-диск как форма
значит, ну, товара, угу. он исчезает с рынка, потому что все можно скачать в том или ином качестве. И зачем покупать, когда можно просто скачать. Да. Качество будет хуже. Угу. И когда-то у меня был такой разговор с моим приятелем, не буду называть фамилию, но он хозяин большой крупной звукозаписывающей компании. И он меня, так сказать, поругивал и посмеивался, что я очень дорого издаю диски. То есть вот оформление дорогое. И есть там средняя пластинка там стоила там, до доллара, то у меня, ну, я имею в виду ее оформление, ее выпуск и так далее, то мои диски где-то обходились около 3. Почему? Ну, потому что я очень, очень качественно издавал. Была качественная полиграфия, все это было записано здорово и так далее, и так далее. И так. То есть диск, угу. компакт-диск превращался, ну, произведение в какое-то, своего. Я не знаю, издание, скажем, приятное, которое можно взять вот так в руки, подарить не стыдно и так далее, и так далее. Он меня поругивал, что я теряю, значит, на этом какие-то деньги и так далее. А в результате оказалось, что те люди, которые хотят эти мои диски приобрести, приобретают их очень часто как подарки. То есть они приобретают это, потому что это красиво выглядит, ну там музыка, это следующий вопрос. Но тем не менее, они являются в какой-то степени аналогом, скажем, хорошо изданной книги. Угу. Можно издать книжку, знаете, там на какой-то плохой бумаге и все такое, а можно издать книжку очень красиво, там в кожаном переплете и так далее. И вот оказалось, что в результате всего этого, моей как бы неправильной политики, за которую меня поругивал мой товарищ, компакт-диски, да, нет никакого ажиотажа, никто их не сметает там с полок. Ну, я не согласна, что это неправильная политика, потому что, на мой взгляд, это самовыражение какое-то. Я тоже не согласен, Женя, потому что в результате почти все пластинки, которые продавал мой друг, перестали покупать, а мои покупают. Вот и весь мой твой ответ. Ну и потом мне самому, ну зачем мне сдавать диск, который мне неприятно будет в руки взять? И подарить. И подарить, да. И мне кажется, что это правильно было сделано, хотя никто не мог себе представить, что такая форма продукта, как компакт-диск, вдруг через какое-то время окажется никому не нужна. Ну, скачал и все. А бывали случаи, что вам ваши друзья, коллеги дарили диски, а вы их даже не слушали? Потому что вы уже знаете, что там, собственно, будет. Нет, почему? Будет. Если мне кто-то дарил диски, у меня не так много друзей, которые мне дарят диски, я их все слушаю. А кто вам дарит диски из друзей? Ну, Андрюша Макаревич дарит диски, а потом... Ну, я не буду всех перечислять, но человек 10-12 примерно. Uh-huh. И есть ребята, которые не являются моими знакомыми, близкими, они мне иногда дают свои пластинки, я даже и их слушаю. Даже и их, но не целиком, например. Потом мне присылают очень много записей на почту. И на почту мою, и на почту театра. Молодые люди, которые пытаются себя найти как-то, а даже иногда и люди в возрасте, которые думают, что, может быть, их произведения мне будут интересны или будут интересны солистам театра. У нас есть такая форма, скажем так, общения с начинающими композиторами или с людьми, которые... просто по возрасту, ну, не смогли сделать карьеру, но вот они пишут, они хотят самовыразиться. Я прослушиваю буквально все. Если это совсем плохо, но я выключаю там после минуты. Если это что-то интересное, это можно прослушать. Во всяком случае, самое интересное, что за все это время случайным образом, но одна вещь попала в репертуар нашего театра. Вот всего лишь одна, новая, никому неизвестная, но она попала в репертуар. И сейчас вот Валя Бирюкова, солистка театра, которая работала в моей команде на одном из сезонов «Голоса», вот она эту песню уже сделала и будет ее петь. Так что не факт, ну пускай это из 500 песен одна, но все-таки это что-то. После анонса сегодняшней программы очень многие меня попросили узнать по поводу проекта «Голос». А да-да. Все ли там по-настоящему? Или все-таки существует какой-то момент рекомендаций? Или все же побеждают самые голосистые, самые талантливые? Ну, я бы не сказал, что побеждают самые голосистые, самые талантливые всегда, несмотря на то, что три моих конкурсанта выиграли. Ну, ведь вот что. На конечном этапе, как вы сами знаете, голосуют практически зрители. Ну да. И именно зрители определяют, кто на сегодняшний день им более интересен. Это не значит, что он самый талантливый.
или самый голосистый. Вот он наиболее интересен. Мою задачу входила так, чтобы им был наиболее интересен тот, кто, на мой взгляд, хорошо поет и самый талантливый. Но если что-то такое у меня не получилось, а получилось, например, у Гриши Лепса и у отца Фоти, как победителя последнего сезона, я отношусь к этому совершенно спокойно и нормально, поскольку выбирают люди, в конце концов. Полуфинал и финал голосуют люди. Ну, от просто вас зрители. Тоже очень много зависит. Это насколько мы умело сработали. Да. Ну, значит, что-то было упущено или, наоборот, найдено. Или, наоборот, правильно сделано. Да, тут... А были случаи, когда после уже программы вы приходили домой и понимали, вот я сделал не так? Нет. Не было такого? Нет. Я из того, что мне дается, все делаю так. А по жизни, не в проекте «Голос» такие были случаи, что вы что-то делали? Было. Пусть даже не было, сейчас, но да. Очень давно. Угу. В последнее время, если я не уверен, выйдет или не выйдет, я просто не делаю ничего. То есть это тоже изменение несколько характера? Да, не было такого раньше. Угу. Раньше мне море было по колено, но это, послушайте, это возрастные изменения, я же говорил об этом. Угу. Человек становится старше, мудрее, как ему кажется. И ну, просто не совершает или старается не совершать глупостей явных. Потом ну, характер со временем успокоился, потому что, может быть, я стал больше любить людей. Ух ты. Да, может быть. Может Градский быть. Перестал быть мизантропом. Перестал давно, кстати. Потому что я, исходя из опыта своего и общения с разного рода музыкантами и вокалистами, видя иногда их, так сказать, скажем, манеру поведения и тексты, которые они выдают, это на меня действует очень сильно. Я вижу, как не надо делать, и стараюсь так не делать. Вы знаете, есть, да, такое поверье, что если вы находитесь между двумя людьми с одинаковыми именами, можно загадать желание. У нас просто первая часть программы подходит к концу. Вы между двумя Евгениями. Какое бы желание? Я не между двумя, я самое заветное желание. Он ушел. У нас просто сейчас. Желание не могу загадать, да, просто. Вы считаете, что я между вами. Ну и что? Я озвучил его. Потом в следующую встречу мы узнаем, сбудется оно или нет. У нас просто сейчас смена караула, потому что... Я подумаю, что пожелать. Хорошо, я пожелал. Успел. Значит, Женю сменит почему это так просто, Юлия, которая тоже является студенткой Московского очень института приятно, телевидения и радиовещания Останкино. А это я знаю, как школа, да? Вот это школа Останкино, да? Университет. А теперь да. Это университет, а раньше была просто школа, да? Это вот Юля сейчас объяснит все. Я ее помню как Юлия Афонина, но она уже у нас Василенко, да. Со всеми вытекающими и заметными издалека. Да, вы тогда ответьте, Юля, на вопрос, который Александр Борисович задал. Была ли ваша организация, в которой вы учитесь мастерству телевизионному, школы раньше? Да, конечно, она и была, и есть. Там есть и курсы высшей школы. Называется МИТРА. Но это не высшее образование, да? Да, это не высшее, это понятно. Как дополнение. Но есть еще и институт, университет. Я то понял. Есть там это теперь стало. И заочное, да, и очень. То есть круто. Мы сейчас огромная такая организация, учимся, стараемся, развиваемся. И мы частичка с Евгением этой огромной индустрии, так сказать. Понимаю, скажем. Да, хорошо. Да. Вот. Для начала хотела бы сказать... Я очень рада познакомиться с вами, потому что я вас наслышана от Лены Мининой, она ваша конкурсантка была. Да, она да, моя просто, ну, не ученица, но как-то да. Младший товарищ. Да, я человек творческий, я занималась и балетом, поэтому я знаю ее еще с «Березки». И, ну да, там она только пела, правда. Да, хотя она подтанцовывает, да, и даже, да, очень неплохо. Потому что, да, Мира Михайловна, она считает, что танцевать, ну, творческий человек. Она двигается очень хорошо. Это недавно, да, у нее был такой сольный камерный концерт в театре, на который пришло очень много людей. Практически у нас был аншлаг, там, может быть, 5 или 7 билетов мы просто подарили. И она делает эту программу самостоятельно, Лена. Я только в конце подключился, просто на главном прогоне посмотрел, сделал какие-то там замечания, пожелания, но, в принципе, она удивительный молодец, потому что я от нее какие-то вещи просто не ожидал. Зная ее очень много лет, зная, как она поет и что она умеет делать, я не ожидал от нее таких, ну, скажем так,
таких номеров вокальных. Она показала несколько вокальных номеров, которые я никогда бы ей не давал. Mm-hmm. Она вдруг их взяла, сама сделала очень здорово. И сейчас у них будет с Мишей Озеровым концерт аргентинского танго. Mm-hmm. Мы уже объявили его. Мне просто самому интересно, что это такое. Аргентинское танго. Да, да. Астер-клуб там, коллектив, и наш оркестр будет играть, им помогать. Посмотрим. И вот она отзывается о вас как очень о прямолинейном человеке, но это и очень хорошо, как она говорит, потому что не каждый человек скажет суть, а вы умеете это говорить. Ну, но... не совсем так. Но... Мне просто некогда вилять. Просто времени на это нет. Особенно это касается людей, с которыми я в близких отношениях, в товарищеских и, скажем так, профессиональных. А вот помимо каких-то качеств именно музыкальных и талантов, вы что видите, что хотите видеть в музыканте? Вы имеете в виду человеческие качества? Да, человеческие качества. Это важно вообще? Я думаю, что важно, прежде всего, вот есть такое слово ответственности, скажем так, сказал, сделал. Ну вот, это вообще мужское качество, я это прежде всего в мужчинах ценю. Но поскольку вокалисты и вокалистки — это не тот пропорциональный состав, как женщины и мужчины. Угу. Как-то по статистике на 10 девчонок, там 9 ребят. 9 ребят, да. Здесь примерно на 8 девочек 2 парня. Всяк сложились. Почему так? Не знаю. Не знаю, но вот это так. Это все знают. Абсолютно знают все, кто кстати, занимается. Журналистики тоже такое же знают. Знают профессионально. Везде такое. Так же, как в бухгалтериях работают в основном женщины. Ну, и да, в плановых отделах. Хотите вы этого или не хотите, но это так. У меня, например, в бухгалтерии ни одного парня нет. Работают взрослые, ну, очень симпатичные, профессиональные. А женщины работают легче вам, в принципе? Да, и легче. Ты знаешь, да. Ты знаешь, да. И прежде всего в работе с женщинами почти исключен такой момент, как неадекватное поведение. Почти не пьют, скажем. Почти не пьют, за редким исключением, потому что пьющая женщина ее, в общем, на работу вряд ли возьмет. Это видно. Она и не придет. Это видно. А это то, что я терпеть не могу в профессиональном отношении, когда человек так себя ведет и не в состоянии соображать. Никому не запрещено из сотрудников театра выпивать, но чтобы я этого не видел. Ну как же, а настоящие рокеры, разве они должны вот пить прямо на сцене, падать, там, разбивать гитары? Ну, это там не ко мне, значит, я не настоящий рокер. Я помню, когда Александр Борисович Градский рвал струны. Не рвал я струны никогда, как играть следующую вещь. Да? Да, это какой-то бред собачий, извините. Случайно, конечно. Нет, я играл за спиной, играл зубами, это было, но зубами, это не более, да, чем трюк. То есть это не более, зубами чем трюк. Просто виртуозно играли. Женя, но я был трезвый абсолютно. Поскольку следующее произведение требовало уже другого отношения. Нет, я не терплю ни наркотиков, ни алкоголя на сцене. Я считаю, что это просто вредит профессии. Да, но просто некоторые музыканты, это да, и некоторые считают, что это как бы их стимул, их какой-то там энергетик тот топливо. Же самый. Да, вы топливо. Знаете, ты не можешь творить без этого. Я потом начинаю это слушать. Вот, что это? Что это такое? Может быть, там энергетика во время концерта была, или записи между исполнителем и зрителями. Но потом это превращается в звукозапись. И... разница видна. Ну а как же, а Sergeant Pepper, альбом Бетловский самый. И что, ты думаешь, они в нетрезвом виде его писали? В своих мемуарах утверждают, да, Lucy in the Sky with Diamonds — это как бы вообще ЛСД. Ну это не совсем так, но предположим, да. Ну и что, записывали-то в трезвом виде. Может, это зависит от того, кто... Ну невозможно сыграть в нетрезвом виде чисто, ну перестань же, это исключено. Тем более, когда у тебя Джордж Мартин сидит за пультом, вот недавно тоже ушел из жизни. Покойный, да, неделю назад, да, как раз. Это просто не прокатывает. Это можно сколько угодно выпендриться, вам рассказывать. Да мы тут напились пива и стали записывать. Пусть не рассказывают. Пускай попробуют в студии берут выпить коньяку и потом петь, даже если ты Маккартни. Просто у тебя не получится хорошо. Просто не выйдет. Поэтому можно врать сколько хочешь, но студийная работа тем более. Но на концерте возможно. На концерт все-таки хэппенинг. Шоу, да. Там можно себе позволить все что угодно, кому угодно, только не мне. Только не мне. Знаете, я смотрю на вас, и у меня складывается
впечатление, что вы очень прямолинейный человек. Это действительно я так. Я просто очень четко формулирую. Да, это потрясающе, правда. Вы знаете, вы не отвиливаете от вопросов. Это, правда, очень... Спасибо вам огромное. Это же игра. Да, да? Уже? Конечно, мы же играем. Вот. Но хотелось бы все-таки узнать, у такого человека, как вы, есть комплексы все-таки? Какие-то свои? Может быть... Я думаю, что, может быть, и есть. Я когда-то говорил, и отвечая на такой вопрос, что до определенного времени у меня был комплекс неоцененности. Вот я считаю, что это я очень про себя придумал хорошо. До голоса? До какого времени определённого? Да, это в какой период? Ну, не до голоса, но где-то лет так до 45 примерно, до 47. Когда я понял, что неоцененность не должна быть комплексом, поскольку мне пришла в голову простая совершенно мысль, почему меня должны любить миллионы, с чего это вдруг? Главное, может быть, сделать что-то, что ну, и в музыке, и в поэзии, неважно, назовем это творчеством, что, на твой взгляд, могло бы быть необходимо какому-то числу людей после того, как ты уходишь из жизни. Вот ты уходишь из жизни, и вот как Велимир Хлебников, совершенно гениальный поэт, но практически никто из, скажем, общей массы людей не знает, но знает там 50 тысяч человек, а 10 тысяч человек считают его великим и гением, в том числе и я. Но ведь есть хороший способ передачи этой информации своим детям, своим знакомым, своим ученикам. И так получается, человек давным-давно на свете нет, О нем 50 тысяч, 100 тысяч человек помнят, и он является, скажем так, великим поэтом для них. Вот когда ты начинаешь себе говорить, подожди, ну ты вот здесь сделал что-то вот такое, здесь ты что-то так вот спел. Ты можешь отстраниться от себя самого и сказать о себе в третьем лице. У меня вот даже такая формулировка появилась лет 25 тому назад, мы работаем очень долгое время с одним и тем же, я работаю с одним и тем же звукорежиссером. Назвать его можно? Витя Глазков, конечно, он совершенно замечательный звукорежиссер, при этом он музыкант, и он поет, и сочиняет, и это не так все просто. Исключительно профессиональный человек. Около 40 лет мы вместе работаем, примерно. Чуть, может быть, меньше. То есть человек проверенный. Его не надо проверять, он сам кого-то проверяет. Ну и с вашей стороны. Но он привык к тому, что я, предположим, записываю свою партию. Да? Я прихожу в студию, он там сидит, он меня записал, он мне подсказывает во время записи что-то. Или я ему подсказываю, или я прошу его сделать что-то, неважно. После этого я прихожу, и он заводит вот этот самый трек, да, и мы начинаем говорить на таком языке. Слушай, говорю ему я. Он, по-моему, тут спел не так. Давай я пойду перепою. То есть текст такой, он спел, то есть я. Он спел не так, давай я пойду перепою. И он уже привык к этой формулировке. Это очень удобная формулировка, поскольку саунд-продюсера у меня нет. И не было. А мне приходится выходить из образа певца и становиться саунд-продюсером, когда я слушаю себя. В том случае, если я записываю кого-то другого, например, своих конкурсантов на «Голосе», или теперь они уже певцы, солисты театра «Градский холл». Я могу их назвать, это довольно-таки здорово, потому что их 10, теперь уже 11 человек, это все ребята, которые со мной на «Голосе» работали, и некоторые из них побеждали. И все три победителя трех сезонов, и Воробьёва Саша, и Сережа Волчков, и Дина Гарипова, они солисты театра «Градский холл», и полуфиналисты тоже. Елена Романова, Елена Минина, и Миша Озеров, и Алла Рид, и теперь Эмиль Кадыров к нам присоединился, и Поля Конкина, замечательная совершенно, которая две недели назад родила девочку Аришу. Поздравления. Да, на 9 месяце она пела в концертах наших одну вещь, то есть она была просто героиня. Вот, они все являются солистами театра, и в октябре-ноябре у нас будет нечто вроде такого концертного тура внутри театра. Это будет «Осенний марафон» называться, и там будут совершенно разные 9-10 программ сольных. Мы будем об этом говорить, будем, естественно, приглашать зрителей в зал. И мне кажется, что это будет очень здорово, и они все на очень высоком уровне работают. Так вот, когда я записываю их,
Естественно, я включаю административный ресурс. Конечно. И прошу сделать так, сяк или это. Но в силу того, что, как мне кажется, у них ко мне есть большая степень доверия, они меня слушают сам. Но потом я обязательно зову их в студию, показываю тот дубль, который им, так сказать, сначала удалось сделать, и тот дубль, который потом. И если они говорят, что да, действительно стало лучше, тогда мы оставляем, естественно, дубль, который мы сделали вместе. Так что это так называемая работа саунд-продюсера, которой у нас вообще-то практически никто не занимается. Угу. Очень мало людей, которые занимаются именно саунд-продюсированием в высоком смысле этого слова. Потому что саунд-продюсирование в высоком смысле этого слова, это не только ты чисто спел, не чисто спел. Это еще и манера, это подача и так далее. В сложной музыке уровень саунд-продюсера должен быть чрезвычайно профессионально высок. В простой музыке, где один и тот же запев или припев повторяется по 26 раз, его даже можно скопировать. Просто перенести в эти 20 повторений одинаково. Это вне моей компетенции, я туда даже не сунусь. Александр Борисович, вот про вас... Назови меня Саша, прекрати. Ну, это не нравится зрителям. Не нравится? Популярность, да. Ну, лучше Александр Борисович. Ну, давай, так сказать. Про вас известно, что вы виртуозно владеете ненормативной лексикой. Владею. Тебе хочется сейчас услышать? Я слышал буквально за 5 минут до начала эфира. Так как и Юля, и Евгения. Я просто хочу узнать, вы когда работаете с молодежью, вы употребляете вот с перечисленными персонажами, в театре вы употребляете? Бывает, это, да. Бывает. Мне это не очень нравится, но бывает. То есть это вырывается или... Нет, просто у меня папа, мой папа, да, рассказывал мне очень смешную историю про то... Папа работал в Министерстве химического и нефтяного машиностроения. По-моему, ты эту историю знаешь. Да. Но мы ее можем обязательно рассказать. Может быть, зрителям это будет интересно. И Юле тоже. Мой папа работал в Министерстве химического и нефтяного машиностроения очень много лет. Был начальником технического управления. И на планерках, между министерских, был такой министр Брехов, который очень часто вел эти планерки. А иногда вел эти планерки Виктор Степанович Черномырдин. И там сидели очень большие начальники из разных, так сказать, министерских образований. И папа присутствовал на этих планерках регулярно, скажем, раз там в 2 недели. Виктор Степанович Черномырдин говорил практически пополам. Практически пополам. И когда уже он стал премьер-министром и все такое, и все стали, так сказать, как-то посмеиваться над тем, что у него странная русская речь. И когда мы с папой это обсуждали, папа сказал: слушай, он стал премьер-министром, он вынужден был связки эти из своего лексикона убирать. Посему у него падежи не совпадали и так далее. А так он привык к тому, что у него есть некие связки между обычной речью. И, а тут, поскольку ты премьер-министр, тем более телевидение, поэтому ты не можешь же это говорить, значит, у тебя не совпадение. Это очень смешно и весело. И Степан был совершенно замечательный человек, я с ним общался несколько раз. Вот. Но вот так. Но мне связки эти, в общем-то, особо не нужны, как вы сейчас заметили, да. Я же сейчас ничего не говорю. Просто из два этого, разных человека. Из этого, скажем, обиходного моего языка. Но у меня есть совершенно четкое мнение, что... И потом я знаю историю происхождения многих грубых слов. Вы знаете, всем этим ребятам, которые там занимаются русским языком, я хотел бы напомнить судьбу великих наших языкознаев, там сначала Иосифа Виссарионовича Сталина, потом Хрущева Никита Сергеевича, который собирался запретить писать слово «столовое» через «о». Поскольку мы говорим «столовая», так и надо писать через «а». В Белоруссии, кстати, это вот как ты слышишь, так ты и пишешь. Да. В России не так. Но судьба у этих нововведений была печальная. Русский язык остался русским языком. Те, кто хочет из русского языка убрать такую великую составляющую, как мат, допускают просто одну ошибку. Мат останется, а их не будет. Эта ошибка очень серьезная. Да. Другое дело, когда ты не просто используешь мат, а когда ты ругаешь кого-то. То есть вот слово ругательное, когда ты обзываешь кого-то, вот это неприемлемо. Да.
Постольку, поскольку есть простой пример. Если ты, были и времена, когда были еще дуэли и так далее, скажешь человеку, простите, господин, но ваше поведение совершенно недостойно. Ты можешь получить вызов на дуэль. Хотя слова-то, в общем-то, плохого нет, и все как достаточно прилично. Или, там, не знаю, сударь, вы не чисты на руку. Во время качественной игры. Ты мог получить сразу в глаз или просто на дуэль тоже вызов. Да? Точно уже. Понимаете, то есть оскорбление человека, оскорбительное слово, когда ты можешь сказать, ну ты сволочь. Вроде бы это ниоткуда не выглядит не как там грубость или как мат. Тем не менее, это оскорбление. Вот оскорбление, как это, он назвал меня собакой, да, ничего плохого в этом слове я не вижу. Да, это из старых цитат. Да, я думаю, что я ответил. А по поводу как раз детства хотела вас поинтересоваться. Ой, это я так давно. Да, мы просто затронули папу. Давайте затронем и еще кого-то из вашей семьи. Ну, кто был вашей музой? Мама вообще-то. Хотя она рано ушла из жизни. Но она была даже не музой, она была, ну, как это сказать, барометр. Не знаю. Вот человек, который в своей жизни, своей, скажем так, профессиональной состоятельности. Это я даже заметил, она ушла, когда мне было 14 лет, но я успел все это заметить. И мой отец говорил, он очень мягкий человек, очень был мягкий человек, и он говорил, что вот у тебя такой же характер, как у Тамары. Да. Странно, при этом известные красивые женщины, которые любили вас, и вы их любили, и ни одна из них по внешнему типажу не совпадает с матерью, вообще они очень все разные. Да. Ну, то есть у вас нет женского типажа. Нет, у меня есть женский типаж. Это моя дочь Маша, которая похожа на маму мою очень сильно. Кстати, да. Получается, Мария Александровна похожа. Но дело все в том, что как это нет женского типажа, мне все говорят, что все мои жены так или иначе а, красивы, б, стройны, в, и, в общем-то, примерно один и тот же типаж. Нет, так что все-таки как бы там брюнетки, блондинки. Ну, это ерунда. Это взял, покрасил. И все, да. Ну, они в основном все... Характер, вот, может быть. Только последняя моя любимая женщина, которой уже много лет. Но она реальная блондинка, настоящая, а не как кто-то поет где-то. Вот. Ну, так получилось случайно. Вот. Но, во всяком случае, в моем понимании, женщина, да, это что-то вот в этом роде. Наверное, так. Вы говорили о недооцененности. Неоцененности. Неоцененности, а я сейчас про недооцененность хочу поговорить. Некоторые наши общие знакомые считают, что вы очень недооценены как поэт. То есть все знают градского музыканта, градского продюсера. У меня же книжки издаются сейчас. Да, но про градского поэта не пишут. А я недавно стал писать почти хорошо. Я думаю, что раньше поэтическая моя, скажем, составляющая в песне, это была скорее литературная необходимость. Я не хотел никого просить, чтобы мне писали текст, потому что понимал, что мне никто не напишет текст. Этого не будет. А последнее время, Жень, последнее время, это важно, я стал к себе как к поэту относиться лучше. Просто стал, наверное, лучше писать. Посему я позволил себе в книжках даже какие-то стихи свои печатать, которые не будут песнями, а просто вот стихотворения. Ну, они довольно-таки неплохо сделаны, скажем так. Я не сказал бы, что я поэт. Знаешь почему? Потому что все-таки в моем понимании, вот я, например, не могу не писать музыку, хотя это делаю сейчас резко. Я не могу не петь. Потому что даже если я делаю это реже, чем раньше, все равно я не могу не петь. Вот не писать стихи я могу. Ну, это что совершенно спокойно делать. Я хочу подвести итог, что действительно мы стали свидетелем определенной метаморфозы. Потому что раньше, когда я озвучивал в отношении Александра Борисовича, что он гений, он, в общем, никогда не возражал. А здесь вот он впервые про свое творчество сказал, что он почти... А ты еще раз скажи. Почти, да, почти. Ты еще раз скажи, я опять не буду возражать. Я единственное, что только скажу, что ты сумасшедший. И больше ничего. Время покажет. Спасибо, Александр Борисович, Евгений, Юлия, спасибо. Спасибо, Юлия, спасибо, Евгений. Послушаем музыку теперь. И сами убедимся, гений или нет.